Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя нарам чайва нароттамам девим сарасватим ясам тато джаямудираят нашта праеша бадришу нитим бхагавата севая бхагавати утама шлоке бхакти бхакти наиштики. Сегодня мы читаем песню 8 Шримад Бхагаватам, глава 12 Махини Мурти очаровываем Господа Шиву, текст 22. Там викша дева эти кандука лила ешад. Там викша дева эти кандука лила ешад. Врида спута смита висрышта катакша муштах. Как преданный робко повторяет этот стих. Из-за того, что этот стих значит, да? Такие очень смущенные голоса. Стри прекшана прати самикшана вихвалатма. 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 Натманам нантика умам сваганам шчабедам. Натманам антика умам сваганам шча ведам. Там викша дева ити кандука лила ешан. Там викша дева ити кандука лила ешан. Врида спута смита висришта катакша муштах. Стри прекшана прати самикшана вихвалатма. Стри прекшана прати самикшана вихвалатма. Натма намантика умам сваганам шчаведам. Натма намантика умам сваганам шчаведам. Пословный перевод. Там ее. Викшьям, увидев Дева, Господь Шамбу, идти так, Кандукалилая, играя мячиком, Ишат, легкой, Врида, застенчивостью, Аспута, не очень отчетливыми, Смитам, улыбками, висрышта, посылаемыми, катакшамушта, сраженные взорами, стри прекшана, из-за того, что он смотрел на эту прекрасную женщину. Пратисамикшана, и находился под ее пристальным взглядом. Вихвала атма, ум которого заволновался, на не атманам себя, антике, находившуюся рядом, умам свою жену, уму, сваганамча и своих спутников. Веда, Господь Шива знал. Перевод и комментарии о Божественной милости Абхая Чаранаравинда Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада Киджай. Господь Шива смотрел, как красавица играет с мечом, и она время от времени тоже поглядывала на него и застенчиво улыбалась. Очарованно взирая на нее и видя, как она смотрит в его сторону, Господь Шива забыл и о самом себе, и о своей прелестной жене Уме, и о других спутниках, стоявших рядом. Комментарий Шрилы Прабхупады. К
Красивые женщины очаровывают мужчин, а красивые мужчины – женщин. И именно так души оказываются в плену материи. Нечто подобное стало происходить и с Господом Шивой, когда он наблюдал за красавицей, игравшей в мяч. Мужчина и женщина, перебрасываясь взглядами, все больше разжигают друг в друге страсти. В это время им очень легко поддаться чарам Бога любви Купидона. Из-за того, что Господь Шива смотрел на юную красавицу, его все больше охватывало вожделение, даже несмотря на то, что рядом находилась Ума и другие его спутники. Таково влечение, возникающее в материальном мире между мужчиной и женщиной. Господь Шива не должен был бы поддаваться этому влечению, но и он не устоял перед чарами Господа Вишну. Вот что говорит о природе вожделения Господь Ришабадева. Пумса стрия митхо нибавам этам тайор митхо хридая гранти маху ато грихат кшетра сутапта витар занасья махоям ахамамети. Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчин и женщины, порождают в них привязанности к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». Шримад Бхагаватам, 5 песня, 5 глава, текст 8. Из-за того, что мужчины и женщины испытывают друг друга вожделение, их обоих опутывают сети бесчисленных привязанностей к материальному миру. Там викша дева эти кандука лила ешад, врида спута смита висришта катакша муштах, стри прекшана прати самикшана вихвалатма, натма намантика умам сваганам шчаведа. Господь Шива смотрел, как красавица играет с мечом, и она время от времени тоже поглядывала на него и застенчиво улыбалась. Очарованно взирая на нее и видя, как она смотрит в его сторону, Господь Шива забыл и о самом себе, и о своей прелестной жене Уме, и о других спутниках, стоявших рядом. Ума гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритам гьянатасмай шри гураве намаха шри чайтани мано биштам стапитам ейна бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам вандихам шри гурок шри юта падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам, Садвайтам Савадатам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витамшча, Э Кришна Каруна Синдхо Динабандхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте, Тапта канчана гауранги радхе вриндаванешвари вришабхану сута деви пранамами хари прие ванчакалпатару бьяшча крипа синду бьяе вача патитанам паване пьо вайшнаве бьюнамо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасави Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Нама Вишна Падая, Кришна Приштая Бутале, Шимати Бхакти Виданта Свамине Чинамине, Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатте Деша Тарине, Мукам Кароти Вачавам Пангум Мандаяте Гирим, В этой молитве, которую мы повторяем перед Шримад Бхагаватом или перед другими возможностями говорить о Кришне, мы обращаемся к духовному учителю, который, как в этом стихе говорится, «Умагена тимирандасья гьянанджана шалакая», он рассеивает тьму невежества и восстанавливает зрение, которое поражено авидией, духовное зрение, как глаз поражен катарактой. Более конкретно в этом стихе говорится, что духовный учитель берет шалаку, это тонкая палочка, которая наносит, с помощью которой врач наносит лекарство точно на пораженный глаз. Иногда мы переводим факел знания, но в данном случае
более точный перевод — это конкретный медицинский инструмент, который нужен для того, чтобы излечить глаз и восстановить правильное зрение. На самом деле духовный учитель делает и то, и другое. Не будет ошибкой перевести этот стих так же, как то, что он высвечивает трансцендентным знанием духовную реальность. Но для того, чтобы мы увидели духовную реальность, необходимо, чтобы у нас были духовные глаза. Поэтому духовный учитель или духовный учитель делает и то, и другое. Они одновременно восстанавливают наше духовное видение. И также, когда наше духовное видение начинает пробуждаться у нас, вначале, когда люди излечиваются от слепоты, бывает, этот процесс излечения происходит постепенно. И люди полностью слепые постепенно начинают различать вначале свет и тень, свет и тьму. Потом чуть более ярко, отчетливо начинают видеть оттенки света и тени. Потом нерасплывчивые очертания предметов. И потом вдруг внезапно видят уже все в ясном и четком свете. И затем, когда наше духовное зрение восстановилось, также вот духовные учителя и вайшнавы постепенно своим воздействием, влиянием на нашу жизнь, своим присутствием в нашей жизни заставляют нас вначале учиться отделять свет от тьмы. И каждый может вспомнить тот момент пробуждения, когда благодаря контакту с преданным мы вдруг поняли, что есть этот внешний материальный мир, который до этого нам казался единственной реальностью. И потом, встретившись с вайшнавом, мы вдруг понимаем, что есть другая реальность. Мы еще не знаем, какая она, не знаем точно, что в нее входит, кто в ней живет. Но мы начинаем не то что верить, но убеждены, начинаем видеть ее. Видеть, и весь мир теперь раскалывается для нас на две части — духовную и материальную. Помню, когда я начал только приходить в храм в 91 году, в Санкт-Петербурге, в Ижорах, то мои первые визиты в храм, мне было очень интересно смотреть, как преданные живут. Первый раз приехал в храм, и они все стояли перед алтарем, даже не знал, как это называется, была большая комната, все входили, кланялись, и там что-то светилось оттуда, сияло с этого алтаря. Я не знал, я не видел, что. Я помню до сих пор, что вот как бы формы Господа, которые там стояли, они мной не воспринимались. Было что-то такое вот, не знаю что, что-то излучавшее свет оттуда. Но постепенно, по мере того, как я приходил в храм и пытался служить божествам, они как-то проявились, четкость зрения настроилась на их формы. Не вот так, постепенно вайшнавы вначале открывают нам духовную реальность, в которой мы перестаем сомневаться. И потом постепенно своими речами, когда наше духовное зрение начинает пробуждаться, они своими речами что делают? Они высвечивают реальность духовную вокруг нас. Они помогают нам вначале увидеть ее, а потом они начинают высвечивать ее своими речами, своей милостью, своими наставлениями. Как это сделал Рамануджачарья, когда он увидел человека на улицах Шрирангама. Он шел со своими учениками, видел, как человек очень красиво одетый, аристократического вида. Видно, что он был образован, культурен и богат. Он шел и держал зонтик над головой прекрасной женщины и омахивал ее чамарой другой рукой и смотрел на нее вот такими глазами влюбленными, что было очень необычно для такого культурного общества, где отношения между мужчинами и женщинами, особенно такие влюбленные отношения, максимально ретушируются, максимально скрываются от взоров других. Не из стыдливости, а из-за того, что... Стыдливость тоже, в принципе, в этом ничего плохого нет, застенчивость, но из-за того, что в этой культуре не принято выставлять на показ то, что может послужить соблазном для других. Нет необходимости провоцировать и еще больше воспалять эту тему. Поэтому, как один философ заметил, немножко грубо, но очень точно, что разница между Индией и Западом заключается в том, что на Западе люди целуются публично, а мочатся приватно, а в Индии наоборот. Там мочатся прилюдно, а целуются приватно. И не увидишь в Индии вот таких сцен. Особенно в таких культурных местах, особенно в то время, в культурное время, когда варнашрама дхарма реально действовала, люди жили, руководствуясь принципами, предписанными для человеческих людей, человеческих живых существ в целом и для конкретных варнашрамов. Поэтому, когда Рамануджачарья увидел эту сцену, его ученики, большинство из которых были саньяси, увидели эту сцену, возмутительное нарушение общественных норм.
Он ничего не делал, он просто шел, смотрел на нее, держал над ней зонтик, махивал чамарой. И они стали над ним смеяться. Но Рамануджачарья пресек их смех и в своем сострадании сказал: «Пожалуйста, подведите ко мне этого человека». Он к нему подошел, представился: «Меня зовут Дханурдас». И он спросил: «Почему ты смотришь на эту женщину такими опьяненными, как здесь говорится, очарованными глазами?» Он сказал: «Эта женщина зовут Химамба, и я никого в жизни прекраснее не видел, особенно ее глаза. Вот эти глаза меня очаровывают, потому что ничего совершеннее, ничего глубже, ничего изящнее, изысканнее в их движении я не видел». Я помню, Госвами Махарадж давал лекцию по этой истории, по этому эпизоду, и говорил немножко с биологической точки зрения о том, что представляют из себя глаза всех прекрасных женщин, прекрасных мужчин, другие части их тела, к чему, что с ним происходит после их ухода из этого тела. Но так или иначе, Рамануджачарья проникся к нему состраданием и сказал: «А если я тебе покажу более прекрасные глаза, ты перестанешь так себя вести?» Он сказал: «Конечно». Он сказал: «Хорошо, приходи завтра на Мангаларати». Почему так важно на Мангаларати приходить, дорогие преданные? Потому что мы можем увидеть глаза. Как произошло с этим Дханурдасом. Он пришел на Мангаларати в храм Шрирангама, и там Рамануджачарья стоял во внутренних, как сказать правильно, там один в другой вложены алтари, двери открываются, и видна череда этих дверей, в которые упирается в Верховного Господа, стоящего, Ранганат, стоящий в самой глуби этой череды ворот. Мы были в Шрирангаме, и там на самом деле очень много дверей, нужно проходить сквозь все них, чтобы увидеть Господа вплотную. А так, если ты стоишь у самого первого входа в алтарь, с первых дверей, то его видно вот как общую такую сияющую форму. Нам повезло, мы подошли буквально вплотную к нему и стояли несколько минут, что очень редко удается кому-либо. Были там, по-моему, в 2015 году, и я заметил, так иначе я заметил, что вот я был в этот день у Господа на даршане, нас специально подвезли туда, подвезли, устроили этот особый даршан для VVIP, все собрание GBC туда пришло, и мы там тоже стояли, смотрели. А потом у нас получился второй даршан, 4 года спустя, в 2019 году, ну и 4 года назад также. И я потом заметил ту дату, в которую мы попали к нему на даршан. Дорогие преданные, день в день, ровно 4 года. И, по-моему, даже время было такое же. То есть такое ощущение, что у него Господа Ранганатхи, который очень организованное божество, у него все прописано, и даже если ты попадаешь к нему на даршан по какому-то особому сценарию, по какому-то особому тарифу, то даже в этом случае ты уже вписан в какую есть у великих людей этого мира, очень занятых и очень влиятельных. У них все расписано по минутам, и для того, чтобы попасть, не нужно заранее планировать, и тебя заранее вписывают, за несколько месяцев вписывают в график посещений. Вот так же было с Господом. Ровно 4 года прошло с момента между двумя этими, 4 или 5, между двумя этими посещениями. Вот так. И когда Дханурдас пришел на даршан Господа Ганатхи на Мангаларати, он стоял у этих ворот, и если эти ворота начали открываться одна за другой, эти двери. И потом в конце там стоял Рамануджачарья, он пришел специально туда раньше, и он стоял с факелом в руке. Когда последние ворота распахнулись, он факелом в своих руках осветил лицо, лик Господа Ранганатхи. И его глаза, Господа Ранганатхи, упали на Дханурдаса, а глаза Дханурдаса упали на Господа. И он влюбился в него гораздо сильнее, чем в эту замечательную женщину Химамбу. Они потом поженились и стали мужем и женой, стали учениками Рамануджачарьи. И в своем отречении от материальных привязанностей они превосходили даже его учеников саньяси. И тому есть отдельная история, которую я сейчас не буду повторять, пересказывать. Но я привел эту историю для того, чтобы проиллюстрировать, что какая хрустящая капуста у нас вообще. Как будто по свежему снегу идешь. Очень отвлекает. Как здесь Господа Шиву. Отвлекает Махини Мурти, и для меня капусты достаточно. Чтобы отвлечь мысли от Шриман Бхагавата.
извините, пожалуйста. Можно на Бхагавата выбирать какие-то овощи менее звучные. Я хотел проиллюстрировать этим эпизодом тот факт, что благодаря присутствию вайшнавов, Бхагават, в нашей жизни происходят вот такие изменения. Мы прозреваем, и потом мы начинаем различать духовную реальность и влюбляться в нее. И точно так же Бхагаватам высвечивает в нас реальность нашей духовной жизни, в которой, как Шрила Бхактивинода Такур объясняет, также очень важно различать препятствия. Он говорит о том, что незнание препятствий на пути духовной жизни само по себе является труднопреодолимым препятствием, о котором мы обязательно споткнемся и упадем. Поэтому Бхагаватам, с одной стороны, высвечивает прекрасную красоту Господа, как здесь. Это красота Господа. Более того, Махинимурти, говорится в Брихад Бхагаватамрите, является божеством, которому поклоняется сама материальная природа. Но здесь материальная природа, пракрити или ума, сопутствует, сопровождает Господа Шиву вместе со всеми его спутниками. Но в Брихад Бхагаватамрите описывается, что ей не в диковину общаться с Махинимурти. Махинимурти — это божество, которое Пракрити вечно поклоняется своей обители. Когда Гопа-кумар приходит к ней на даршан, он видит, как эта сияющая богиня поклоняется образу Господа Вишну в женском облике. И комментарий Санатана Госвами объясняет, что этот факт означает, что материальная энергия признает свое подчиненное положение, признает превосходство Махинимурти, ее красоты, но даже своим блеском. Блеском материальной природы, которая может смутить, сбить с толку кого угодно. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева, описывая природу отношений между мужчиной и женщиной в 31 главе, он, хотя, казалось бы, это не совсем по адресу его наставления, он обращается к своей святой матери Девахути. Ей нет необходимости слушать о том, как опасно привязываться к женщинам. Но наставляя ее, Девахути, причем он делает уже под конец своих наставлений, когда Девахути проявила себя как чистая преданная, интересно изучать его наставления Девахути и смотреть на постепенную трансформацию Девахути в общении с Капиладевой. Вначале ее волнуют чисто житейские проблемы. Когда уходит ее муж Капиладев, Кардама Муни, из дома, Девахути, охваченная печалью, горем, обращается к своему сыну Капиладеве и говорит: «Пожалуйста, объясни мне природу материальной энергии, объясни мне природу взаимодействия между мужчиной, между духом и материей, а также между мужчиной и женщиной». Обычно с этого начинается духовный путь у большинства людей. Сейчас они приходят на курсы по, как это называется, ведическая семейная жизнь, психология, что-то в этом роде, как влюблять себя мужчиной, как влюблять себя женщиной. Я не буду комментировать, но так или иначе, через это приходят многие, постепенно начиная как бы вот с этого шага, постепенно понимая, что для того, чтобы в себя влюбить кого-то, нужно еще удостовериться, что есть во что влюбляться, что есть у тебя качества, которые заслуживают такого внимания, потом на качество человек начинает работать, потом оказывается, что качество эти не развить без духовной практики, потому что духовная практика пробуждает душу к ее изначальному состоянию, и душа проявляет изначальные духовные качества. Мне очень нравилось распространять нектар преданности, потому что есть список из 64 качеств Кришны, из которых 50 присущи всем живым существам. И мы не кривили душой, когда открывали людям книгу на этом списке качеств, в зависимости от того, с кем мы общались. Если это был мужчина молодой, мы показывали и говорили: вот есть качество Кришны, привлекательное для всех женщин. И очень нравилось это качество читателей. Это качество, которое может проявлять душа. Или если мы общались с пожилыми людьми, или с родителями, или вот, смотрите, для ваших детей важный урок, как научиться уважать старших, потому что Кришна, манья-манакрит его называют, тот, кто уважительный к уважаемым людям, почитаемым людям. Тот, кто говорит на многих языках, если вы студент лингвистического вуза, там хотя бы на одном научиться говорить, да, и так далее. Много удивительных качеств Кришны, и они все проявляются в живом существе. И выясняется потом, что для того, чтобы эти качества проявились, чтобы в себя влюблять, необходимо научиться жить как душа, научиться проявлять духовные качества, благодаря духовной практике. И выясняется, когда мы занимаемся духовной практикой, что для того, чтобы заниматься и правильно, чтобы качества по-настоящему проявились, необходимо отказаться от желания влюблять в себя людей.
Необходимо научиться жить бескорыстно, научиться не ставить себя в центр жизни других людей и научиться не ставить себя в центр своей собственной жизни. Бхактивиньян Махарадж сейчас на инициации в Алматы была инициация совместная с Шрилой Ниранджаной Махараджем, и его попросили прочитать лекцию по 10 оскорблениям стоим. Это была одна из самых замечательных лекций по 10 оскорблениям, которые я когда-либо слышал, потому что Бхактивиньян Махарадж вывел все оскорбления из нашего эгоистического желания ставить себя в центр, из 10 оскорбления. И он вывел все, он начал с конца и постепенно, вот с 10, 9, 8, 7, он показал, как они все связаны друг с другом, как одно вытекает из другого, и как инициацию человек получает для того, чтобы научиться не ставить себя в центр, а помещать в центр своей жизни духовного учителя или духовных учителей и Кришну. Таким образом, как мы ставим Кришну в центр? Мы ставим в центр духовного учителя, у которого в центре Кришна. И два центра совпадают. Как у него в центре Кришна, и мы ставим его в центр, то теперь у нас в центре Кришна, естественным образом. Вот, и люди таким образом привлекаются этими темами, но потом постепенно, опытные вайшнавы, при условии, что они сами верят в духовную практику и в поклонение Кришне больше, чем в счастье от семейных отношений, могут помочь таким людям выйти на уровень духовной деятельности. И Девахути вначале интересуется этим. И потом постепенно Капила Дева, давая ей наставление, подводит ее более высокому уровню сознания, на котором начинает уже задаваться вопросом не о своем собственном благополучии, а о благополучии других людей, а как помочь им. А потом в конце, уже в 33 главе, она, вдохновленная проповедью Капила Девы, начинает прославлять Святое Имя Господа. И прославлять тех людей, которые Святое Имя Господа повторяют. Так вот, зачем Девахути эти наставления о том, как нельзя привязываться к женщинам? Но здесь Капила Дева посвящает 31 главе несколько стихов, на самом деле всю главу, даже пару глав, можно сказать, 32 и 31 главы посвящены этой теме. Но я хотел прочитать несколько стихов, в которых Капила Дева очень отрезвляюще описывает убийственное влияние привязанности мужчин к женщинам. Шрила Прабхупада на самом деле несколько раз сделал очень важную оговорку или пояснение, когда речь идет о асад-санге и вайшнава-чарстве. Стри-санга — это асад-санга, и также привязанность к общению с материалистичными людьми, которые привязаны к женщинам. Второе еще более разрушительное, чем первое, потому что когда мы общаемся просто с женщинами, то мы можем пасть чарой, потому что еще зависит от поведения этой женщины. Она может быть очень возвышенной, благородной вайшнави или просто воспитанной женщиной, которых немало. И в этом обществе есть такие, и в ведическом, и в индийском обществе есть множество женщин, которые умеют себя вести, которые очень застенчивы, и застенчивости свои могут учить мужчин, ставить их на место. Поэтому, общаясь с женщинами, еще не факт, что как бы, они решат проявить на тебя эту энергию. Но общение с людьми, которые привязаны к женщинам и живут этим, гораздо вреднее и гораздо более опасно, потому что они постоянно живут этим, они постоянно делятся этим с другими, своим вкусом. Мы ездили как-то раз в Индию с Юрием Александровичем Сенкевичем, знаменитым кинопутешественником. Это была его последняя поездка за рубеж, насколько я знаю. По крайней мере, последняя поездка в таком вот виде ведущего телепередачи. Он поехал в Индию, побывал в святых местах, снял замечательный репортаж, была потрясающая передача о Кришна-Баларамандире, о Вриндаване, о Говардане. Вот, и его команда сопровождала несколько человек, которые были, и среди них были люди, я не буду их по именам называть, которые были очень сильно привязаны к женщинам. И я их сопровождал. Я сидел с ними вот в одной машине, и единственное, о чем они говорили, это на эту тему. И я понял, насколько это опасно. Потому что здесь даже не в теме дело, а во вкусе, который они испытывают или стараются испытывать в этих темах, обсуждая их с разных сторон. Очень оскорняет. Поэтому Капила Дева предупреждает нас через наставление Девахути о том, насколько губительна эта привязанность, которая может проявиться в человеке даже на очень зрелых, на очень возвышенных уровнях духовной жизни. На уровне ручи, когда человек испытывает вкус Святого имени Господа и повторяет его с вниманием, если он невнимательно позволяет себе неосторожность поведений, позволяет себе нарушение этикета, как Шрила Прабхупада на собственном примере показывал, когда он уже лежал на смертном одре, так сказать, и когда его возвышенная сестра Пишима, его духовная сестра, и так же, как и биологическая, она была и такой сестрой, и духовной сестрой, потому что она была ученицей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, получила от нее первое посвящение Харинама Дикшу. И когда она вошла к нему
в комнату, она была похожа на Шрилу Прабхупаду в саре. Говорится, первый раз, когда преданные увидели, они подумали, что Прабхупада вдруг в саре наделся. У него были такие очки, очень похожие черты лица, похожий рост, немножко полнее, чем Шрила Прабхупада. Но преданные делились с удивлением первым, что как это вообще, что это? Потом они, приглядевшись, поняли, что это не Шрила Прабхупада. Вот, и она была во всех отношениях совершенной вайшнавией, испытывающей огромную привязанность к тому имени, была очень смиренной, застенчивой. Рассказывают про нее, что она была настолько скромной и настолько мало, не то, что мало думала о себе, а думала о себе очень, как об очень падшем человеке, то она все время носила с собой бутылочку с водой Ганги. И куда бы она ни садилась, после того, как она вставала с этого места, на это место прыскала водой Ганги. Потому что я осквернила это место, сев на него, поэтому, чтобы она стала чистой, она сразу после себя прыскала это место. И Шрила Прабхупада очень любил ее, все время там подшучивал, у них были особые отношения с детства с ней. Но когда она пришла однажды к Шриле Прабхупаде, он был в окружении своих учеников, она пришла, и вдруг что-то там случилось, они все вышли из комнаты. Как только они стали выходить из комнаты, Шрила Прабхупада окрикнул и сказал на английском, потому что она по-английски не понимала. Она сказала, куда вы идете? И я саньяси, она женщина. Как вы можете оставлять меня наедине с ней? И начал их ругать за то, что они позволили себе мысли. Это означает, что эта легкость, эта легковесность была в их сознании. Потому что если ты сам строго следуешь такому принципу, никогда не оставаться наедине с женщиной. Причем этот принцип относится не только к саньяси и брахмачари, даже к мужчинам, которые являются женатыми, которые состоят в браке, даже для них, для женатых мужчин, для грехаст, оставаться с кем-либо, с какой-либо женщиной, кроме своей собственной жены, наедине опасно. Прабхупада пишет об этом в 8-й песне Бхагаватам чуть позже. Вот в этой главе он пишет, в 34-м тексте говорит, я посмотрю сейчас, вспомню, 34-й текст. Очень важное наставление, которое Прабхупада дает всем нам. Шрила Прабхупада пишет. «Ни один мужчина не должен считать себя освобожденным, находясь в обществе красивой женщины. Он может быть освобожденным, но считать себя освобожденным он не может, находясь в ее обществе. Прабхупада учит нас на собственном примере тому, как важно соблюдать этот этикет. Из уважения. Не из того, что мы считаем женщину чади маду, укоси Господь, или из того, что мы там их боимся и демонизируем, потому что это другая сторона привязанности. Если мы начинаем демонизировать какой-то объект или слишком сильно его бояться, это превращается в фобию. А фобия отличается тем, что это навязчивый страх видеть объект твоего страха везде. Человек, который боится мышей, видит мышей везде. Тараканов и тараканов видит везде. Пауков. Да? Водобоязнь называется, гидрофобия. Тоже человек везде воду в стакане ему дай, он начнет бояться. Это психологическое расстройство. Таким расстройством отличаются саньяси майявади, которые демонизируют окружающий мир, и самым высшим проявлением для них окружающего мира является женщина. И они поэтому боятся всего того, что связано с этим. Две стороны одной медали. Но вайшнавы ведут себя по отношению к женщинам вот так вот, почтительно и уважительно, не оставаясь наедине, из уважения к ним. Из уважения к ним, из ответственности за чувства, которые они могут случайно пробудить в умах других. И также из-за того, разумеется, что их присутствие может пробудить случайно какие-то желания в моем уме. Хотя в Манусамхите, это одна из дама шастра, я вот не помню точно название этой шастры, говорится, что если брахмачари идет темной ночью в лесу один, Прабхупада говорит, что в этом отличие между мужчинами, женщинами, юношами, девушками. Юноши могут позволить себе одному ходить, с ними ничего не случится, они могут за себя постоять, в большинстве случаев. Для девушек опасно находиться одной и путешествовать одной, или находиться без присмотра, без защиты. И в шастре говорится, что если брахмачари идет по лесу и видит женщину, которая одна и, очевидно, без крова, без какого-то присмотра, он должен с почтительного расстояния обратиться к ней и сказать, дорогая мать, могу ли я быть чем-то полезным вам? Все ли в порядке у вас? То есть должен даже в этом положении проявить заботу о ней и в приемлемых для брахмачари рамках оказать ей поддержку на почтительном расстоянии. Но во всех остальных случаях категорически запрещается оставаться наедине. Поэтому Прабхупада говорит, ни один не должен считать себя освобожденным. Даже если он освобожден. И он показывает это на собственном примере. И, может быть, как раз этот комментарий был написан примерно. Кто знает. Нет, это значительно раньше. 8-я песня, где-то в районе 75-го года, наверное, Шрила Прабхупада написал.
Поэтому в, этом стих, в этих стихах, в третьей песне Бхагаватам, я хотел прочитать несколько стихов, с которыми Капиладева обращается с напоминанием о всех тех, кто пройдет этот путь вместе с Девахути от начала до конца, уже поднимаясь на уровень привязанности к святому имени. В 33 главе Капиладева начнет, вернее, Девахути начнет прославлять святое имя Господа, проявив себя как чистую преданную. Но Капиладева предупреждает, что человек, если он снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных наслаждений, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду. Важно, что Капиладева упоминает не только вожделение, проявляющееся в половых отношениях, но и прихотям языка. Это чувство, находящееся на одной линии, как Шрила Прабхупада объясняет в «Нектаре наставлений», в комментарии к стиху про необходимость Вача Вегам, Анасакрода Вегам, Джиха Вегам, Удара Паста Вегам. Шрила Прабхупада пишет в комментариях к этим стихам, к первому и ко второму, о том, как опасно даже на пути духовной жизни начать поддаваться соблазну относиться к каким-то приятным аспектам духовной жизни, как источнику чувственных наслаждений. Он говорит, что человек, который ест просад только потому, что он вкусен, и начинает различать между различными видами просада по их вкусу, воздействию в просада наши вкусовые бугорки, и считать это духовным ощущением. Такой преданный тоже занимается чувственным наслаждением и тоже нарушает этот принцип укрощения языка. Он, конечно же, побуждал своих учеников: если уж вы хотите, ешьте просад, а ешьте столько, сколько нужно, до отвала. Преданные говорили, что на воскресных пирах иногда они уходили, как утки, раскачиваясь из стороны в сторону. Мы так много съедали просады. Но, тем не менее, на каком-то этапе преданный должен понимать, что даже просад, принятие просада для нас не способ удовлетворить свои чувства, вонзить чувства в еду, а это способ служения Кришне. Вот такой способ служения Кришне. И тогда его привязанность к просаду станет более или менее духовной, одухотворенной. Один из самых лучших способов так научиться относиться к просаду на опыте преданных — это раздавать его часто и служить ему таким образом, давая его, делись с просадом с другими, не боясь, что мне не достанется. Для того, чтобы раздавать просад, требуется желание удовлетворить преданных тем, что они получают из моих рук просад Кришны. И это раздавать его нужно с любовью и желанием, чтобы преданные были полностью удовлетворены. Сва прасада надила бай, сэ нам рита пау, рада Кришна гуна гавата. Молитва, которую мы повторяем, у нее есть глубокий смысл. Она у нас сейчас часто вызывает у нас, как это называется, условные рефлексы. А Павлов изучал влияние различных сигналов, световых, звуковых, на собак, в которых выделялись пищеварительные соки, когда они совмещались одно с другим. Я заметил по себе, стоит начать повторять Махапрасаду Говинде. Да? Заметили? Заметили? Нама Брамани Вайшнава, и сразу какие-то процессы запускаются. Чувствуется большой опыт духовной жизни. Но в этой молитве есть большой смысл. Там говорится, давайте служить тунитарному просаду. Саянамрита Пау, Рада Кришна Гунагау. Принимай его как прославление Рады Кришны. Рада Кришна Гунагау, Према Даку Сити Таня Нитай. Так вот, Капиладева продолжает. Он утрачивает, такой человек, который снова встает на путь порока, привязанный к языку, желудку и гениталиям. Как говорится в читании Чаритамрити, «Лаласа, джихагри лаласа эй итиути дай, шишнадара параяна, кришна хипай». Человек, который скитается по этому материальному миру, идя на поводу у вожделения, проявляющегося в побуждениях языка, желудка, гениталий, такой человек не обретет Кришну никогда. И Господь Чайтанья Махапрабху в своих наставлениях, в своем общении с преданными, в том числе с своими очень близкими, очень отреченными преданными, постоянно, опять же, на их примере, так же, как Капиладева делает на примере Девахути здесь, на их примере он постоянно давал им уроки другим, не им, а другим. Они согласно, послушно выполняли, играли эти роли, как Чота Харидас, который пришел в нарушении этикета в дом к Мадави Деви, пожилой вайшнаве, за рисом. И там что-то куда-то посмотрел, как-то не так. И Господь Чайтанья принимает этот рис, который был потом сварен Бхагаваном Пандитом, Бхагавадачарьей. Принимает рис, он сказал: ну, какой рис хороший, а кто его принес, откуда он взялся? И он сказал: я вот чего-то Харидас попросил его в доме Мадавы, Мадави Деви. И Господь Чайтанья принял просад, похвалил его и потом сказал: все, чего-то Харидас ко мне не пускает больше ни под каким предлогом. Знаем, как потом он достиг милости Господа Чайтанья через самоубийство.
потом придя к нему в его духовной, своей духовной форме. Господь Чайтанья очень строго отчитывал своих преданных за это, или на примере некоторых преданных, проявляя их и показывая всему миру, что именно это поведение он ценит. Он делал их поведение эталоном, как в примере, кто может вспомнить кого? А? Рагунатхи Даса Госвами, который пришел, Рагунатхи Даса пришел в Пури, и вначале он был на полном обеспечении у своего отца. Отец посылал ему денег, большое количество. Так что Рагунатхи Дас приглашал к себе Господа Чайтанью, других принакормил их просадом. Замечательное возвышенное служение. Но Господу Чайтанье не очень понравилось это. Вернее, как ему нравилось это, но потом, когда до Рагунатхи Дасы стали доходить более высокое понимание того, каким он должен быть, посоветовавшись с Сварупой Дамодарой, который был его куратором, наставником, Шикшагуру, Господь Чайтанья припоручил его Сварупе Дамодаре, и этого Рагунатху стали называть Сварупера Рагунатх, тот, который Сварупе принадлежит. И даже общаясь с Господом Чайтаньей, интересно, Господь Рагунатх Дас, он не говорил ему лично, он говорил через Сварупу Дамодару. Он говорил Сварупе Дамодаре, и потом, если тот соглашался, считал, что это достойно слуха Господа Чайтаньи, он ему передавал уже. Вот так. И потом он стал постепенно проявлять все больше и больше отречения. Вначале он перестал принимать деньги от своего отца, потом он стал стоять у ворот храма Господа Рагунатхи, прося подаяния. Потом даже это не стал делать, стал ходить в центре пищи жизни. Ну, там были Анна, как их называют, эти места, где раздавали пищу беднякам. Потом даже это перестал делать. Что он стал делать? Он стал собирать выброшенный рис и другой просад, который выбрасывали в канавы, которые даже коровы не ели уже. Ну, представь, у нас здесь, когда чинтама не была, то, что она не доедала вот этим питаться примерно. Мы отправляли с кухни остатки очистки, остатки просада, она все съедала, а вот то, что она не съедала, вот этим питаться. Вот так питался Рагунатха Даса. Промывал этот рис, полуразложившийся, полусгнивший в воде, добавлял немножко соли, что вкуснее было, да, и ел. И когда Господь Чайтанья Махапрабху узнал об этом, он пришел к нему в его место, где он жил, и сказал: «Дошли до меня слухи, Рагунатха Дас, что ты в нарушении всех принципов отречения живешь, что ты наслаждаешься изысканными блюдами, а меня не зовешь. Раньше ты звал меня на обед, а сейчас нет. Чем ты там питаешься? Ну-ка, давай, делись». Рагунатха в ужас пришел от того, что Господь Чайтанья будет это есть. И есть замечательная иллюстрация, где он отчаянно пытается отстраниться от Господа Чайтаньи с этим рисом, который он ел, Господь Чайтанья, своими длинными руками. И забирает у него этот рис и ест. Так же, как в свое время Судама Випра не решался давать тот рис, который он принес Господу Кришне, Господь Кришна насильно выхватил его, и стал есть, и говорит: «Теперь я понимаю, почему ты такой счастливый, да? Вот вкус твоего отречения». Никогда в жизни ничего вкуснее не ел. Поэтому Господь Чайтанья являл такой пример. И в следующем стихе говорится: «Такой человек, который идет на поводу своих чувств, желудка, гениталии, языка, он утрачивает правдивость и чистоту». Здесь удивительный текст, на самом деле, в свое время я его выучил. «Сатьям, шаучам, даяма, унам, будир, шрир, харир, кешак, шама, шама, дама, багаш, чити, яд, сангаш, ячи, сангшиям». Не услышишь эти тексты на курсах по ведической психологии. Потому что в этом стихе говорит человек, который привязан слишком сильно к общению с женщиной, он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей. Вот так. И дальше Господь копил, я уже без комментариев прочитаю. «Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. Никакая другая привязанность», и вот последние два-три стиха, «никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или к общению с людьми, неравнодушными к женщинам». Когда Господь Чайтанья наказал Чхоту Харидасу сурово, отвергнув его от своего и своего общения, то есть для него проступок Чхоты Харидаса был хуже, чем проступок Мукунды в свое время, когда Мукунда общался с Майавади, и Господь Чайтанья отверг его. И потом, когда Мукунда подумал, а когда он услышал, Господь Чайтанья сказал, то он через миллион жизней ее только увидит. Он стал танцевать, радость сказать: я увижу, через миллион жизней. И Господь Чайтанья снова позвал его обратно в свое общество, но в случае с Чхоты Харидасом такого не произошло. И когда Господь Чайтанья наказал
его, то говорится в Читании Чаритамриты, что преданные так испугались такого наказания, что перестали думать о женщинах даже во сне. Знаете, как испугаться вот так вот, чтобы даже во сне не думать. 36 текст. Приводится пример. Капиладева приводит пример Господа Брамы. Увидев свою собственную дочь, Брама, очарованный ее красотой, забыл про приличие, и когда она приняла облик Лани, превратился в оленя и погнался за ней. И подводя итог, Господь Капиладева говорит: «Тас шришта шришта шриштишу, кон вакандита дих пуман, ришин нараянам рите, юшин маеха маяя». Среди всех живых существ, созданных Брамой, людей, полубогов и животных, никто, кроме мудреца Нараяны, не способен устоять против чар Майи в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя Майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. И мы начали говорить об оговорке Шрилы Прабхупады, не закончили. Если вы помните, я сказал, что Прабхупада при этом оговаривался, комментировал такие описания о пагубности общения с женщинами. Он говорил, что нужно понимать, что в духовном материальном мире все живые существа, они изначально женской природы, все они пракрити. И они приходят сюда, чтобы стать пурушей, наслаждающимися. Вот такой вот, как это называется, казус. Они приходят сюда, чтобы женщины по своей изначальной природе предназначены для наслаждения Господа Кришны в его различных формах, играть роль мужчины, наслаждаться, ставя себя в центр своего наслаждения. И Шрила Прабхупада пояснил дальше в удивительной, гениальной фразе, он сказал: «Поэтому для мужчины женщина – женщина, а для женщины – мужчина – женщина». Потому что материалистичная женщина, так же, как материалистичный мужчина, пытаются наслаждаться, ставя себя в центр наслаждения и пытаются превращать других людей и другие объекты в источники наслаждения для себя, превращая их в пракрити, в женщину. Поэтому Прабхупада сказал: для мужчины – женщина – женщина, а для женщины – мужчина – женщина. И вот этот дух наслаждения – самое главное препятствие на пути духовной жизни, как об этом говорит Санат Кумар в 4-й песне Бхагавата. Он говорит: ничто так не мешает духовной жизни, чем мысль о том, что есть занятия более приятные, чем духовная жизнь. Мысль об этом. И сразу же нужно говорить о том, что Шрила Прабхупада при этом говорил неоднократно о важности и о возвышенном положении идеальной семейной жизни. Я сегодня, на самом деле, слушал лекцию Шрилы Прабхупады, опять же, не скажу где. Слушаем лекции там постоянно. Заходим и слушаем. Ну, я не только там слушаю. В течение дня тоже слушаю. Но сегодня я слушал лекцию Шрилы Прабхупады как раз там. И он говорил о том, как на самом деле даже грехастхи, он говорил об этом, как даже грехастхи, преданные, которые строят свою семейную жизнь, находясь в грехастхашем по принципам духовной жизни, ставя Кришну в центр и служение вайшнавам в центр, они могут также обрести освобождение, также обрести совершенство любви к Кришне без каких-либо препятствий. Есть знаменитое письмо, которое он написал семейной паре Вайкунханатхи и Шарадии Матаджи, сказав, я не буду его читать, хотя я его наизусть почти знаю, он говорит, что если вы будете использовать вашу семейную жизнь для служения Кришне, для проповеди конкретно, он говорит, я гарантирую вам, что вы вернетесь в этой же жизни на Галоку Вриндавану. Увидите Кришну лицом к лицу на Галоке Вриндавана. Я это вам гарантирую. Просто оставайтесь на уровне чистоты, поддерживайте свою собственную чистоту, читайте все книги, которые были написаны без исключения, строго следуйте регулирующим принципам, повторяйте каждый день не менее 16 кругов и проповедуйте, тогда ваша жизнь увенчается успехом. В этом совершенство духовной практики, которая позволяет даже вот такие, казалось бы, опасные и порицаемые шастрами форматы взаимоотношений в материальном мире, как только что мы прочитали, нет более сильной привязанности, чем та, которая порождается общением с женщиной. Даже такие формы отношений, благодаря практике преданного служения, могут стать полностью духовными и достойными прославления. И Шрила Прабхупада пишет об этом сам, комментируя стих из первой песни Шримад Бхагаватам, 11 глава, знаменитый текст. Я хотел прочитать его, может быть, на самом деле было еще что сказать здесь про Господа Шиву, и я хотел прочитать его трансцендентные качества Господа Шивы, 5 особых качеств, которыми он отличается от всех других. Но на это у нас, похоже, уже не будет времени. Я прочитаю 2 стиха из 11 главы от первой песни Бхагавата. На самом деле очень
приятно, вот, знаете, очень вдохновляет меня лично строить обсуждение на лекции по Бхагаватам, просто чтение комментариев Шрилы Прабхупады. И, может быть, комментирую их как-то, может, одним-двумя предложениями максимум. Мне кажется, это совершенство лекции. Просто комментируются одни слова Шрилы Прабхупады другими его словами. Так. Потому что чем можно еще высветить его слова? Не своими же собственными речами. Итак, текст 36. Очень важный текст. Прабхупада давал по нему лекцию однажды. Удама бава пишу намала валгухаса вридава лока нихато мадано пиясам самухья чапа маджагат прамадотта маста ясьендрия вимадхитум кухакарна шейкух. Прекрасные улыбки царицы и взгляды, которые они бросали украдкой на Кришну, были чисты и волнующие. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук. И даже стойкий Шива мог пасть их жертвой. То есть не только Махинамурти, но даже жертвы вот этих цариц Господа Кришны в Двараке. Они не являются вишну-татвой. Но даже они своей чистотой и своей красотой, одухотворенной их чистотой и преданностью, могли пленить Господа Шиву. И все же, несмотря на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа. И через стих в 38 тексте говорится о причине такой стойкости. Говорится, «Итат ишанам ишася пракити стопи тат гунайх на юнджате садат мастхар ядха буддиста дашая». В этом божественность личности Бога. На него не влияет качество материальной природы, даже если он соприкасается с ними. И дальше Бхагаватам говорит что-то очень вдохновляющее для всех нас. На этом можно закончить урок, который мы вот сегодня продолжаем усваивать на примере Господа Шивы. Урок еще не закончился, только начинается. Дальше будет еще наглядней. Несколько стихов, не знаю, кому выпадет читать лекцию по этому стиху. Но я рад, что мне попался 22-й. Говорится... В следующем предложении говорится, преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Точно так же, как майя не действует на самого Господа Кришну, точно так же майя «Виладжа маная яся астхатум икшепате муя» во второй песне Бхагаватам говорится, также в других, по-моему, в третьей песне тоже похожий стих есть, где говорится, ачарьи дают комментарий к этому стиху, объясняя, что майя деви стыдится предстать перед взором Господа. И также она же стыдится предстать в обществе преданных. Почему? Потому что Господь все время смотрит на преданных. Один из ачарьев, помнишь, Шанат Чакраварти-такур, Джингас объясняет, что поскольку Господь все время бросает взгляд на преданных и смотрит на них с ласковым взором, то майя стыдится попадать ему на глаза и также стыдится общество преданных, потому что он все время туда смотрит. Если мы хотим уберечь себя от влияния майи, нужно держаться общества преданных. Всегда, когда мы оказываемся одни, в одиночестве, кем бы мы ни были, каким бы великим преданным мы бы себя не считали, каким бы отреченным себя мы считали. Как Прабхупада говорит, мы только что прочитали его цитату, нельзя считать себя освобожденным в обществе прекрасной женщины, никто не должен считать себя освобожденным. Точно так же никто не должен считать себя освобожденным без общества преданных. Но когда мы находимся в обществе преданных и служим им, тогда в этом стихе, как объясняет Ачарья, майя стыдится появляться в этом обществе, и она не влияет на нас, когда мы находимся защищенными, как описывает читание Чаритамрити, окруженные чистоколом общения с вайшнавами. Вот так. И Шрила Прабхупада говорит, давайте я прочитаю комментарий к этому стиху, и мы на этом закончим. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведах и ведических писаниях Шрути Смрити утверждается, что в Боге нет ничего материального. Так как Он Верховный Сознающий, Он полностью трансцендентен, ниргуна. Хари, Личность Бога, это высшая трансцендентная Личность, находящаяся вне сферы влияния энергии. Это подтверждает даже Ачарья Шанкара. Кто-то может возразить, пусть его отношения с богиней процветания трансцендентны, но как быть с его отношениями с династией Яду, с рождением в этой семье или с убийством атеистов, например, Джарасанды и других асуров? Ведь все это происходило в непосредственном контакте с гунами материальной природы. Ответить на это можно так. Божественная природа Личности Бога никогда и ни при каких обстоятельствах не вступает в контакт с качествами материальной природы. Эти качества действительно связаны с Ним, поскольку Он изначальный источник всего сущего, но Он не подвержен воздействию этих качеств. Поэтому Он известен как Йогешвара,
владыка мистической силы, или, иначе говоря, всемогущий. Даже его сведущие преданные не попадают под влияние материальных гун. Все шесть великих госвами Вриндаваны происходили из очень богатых и знатных семей, но когда они приняли образ жизни нищих, отшельников во Вриндаване, то могло показаться, что они живут в жалких условиях. На самом же деле, с духовной точки зрения духовных ценностей, не было никого богаче их. Почести или оскорбления, голод или сытость, сон или бодрствование, которые являются проявлениями действия тригун материальной природы, не могут повлиять на таких махабхагават, хотя они и действуют среди людей. Иногда некоторые из них могут быть заняты мирской деятельностью, но она не оказывает на них влияния. Пока человек не достиг такого бесстрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. Бог и его спутники находятся на одном трансцендентном уровне, и их величие всегда освещает действие йога-майи, внутренней энергии Господа. Преданные Господу всегда трансцендентны, даже если иногда им случается пасть. Прабхупада пишет, преданные Господу всегда трансцендентны, даже если иногда им случается пасть. Господь подчеркивает в Бхагавад-гите 9.30, что беспримесного преданного, даже если он из-за своего прежнего материального загрязнения оступается, все равно следует считать всецело трансцендентным, потому что он полностью погружен в преданное служение Господу. Господь всегда защищает его, так как он служит ему. Его падение следует считать случайным и временным. Это положение исправится очень быстро. И вот сейчас на примере Господа Шивы, вот сейчас все так начинается, прелюдия, начинается обмен взглядами, богиня Ума стоит рядом, не понимая, что вообще происходит, на кого он так засмотрелся. Потом Господь Шива, ну я не буду рассказывать, что дальше происходило, но когда все прошло, Господь Шива был очень счастливым, рассказывается, он был очень рад двум вещам. Во-первых, он очень рад тому, что Господь в такой необычной, что ему удалось своим желанием прославить своего Господа, показать его как источника всего прекрасного, как того, кто держит в своей власти всех, включая его самого. Это одно из качеств Господа Нараяны, который говорит, у него есть авичинтия, парашакти, бесчисленные энергии, которые могут пустить в заблуждение даже Брахму и Шиву. И когда своему преданному удается таким образом прославить Господа, он становится счастливым. И вторая причина, мы как раз были сейчас в Алматы, и там читание Чандра Чаран Прабху давал лекции по этим стихам, мы слушали. И вторая причина, Господь Шива очень был рад, что Господь в образе Махини Мурти избавил его от самомнения. Он думал, ну, мне Дхири, как вот рассказывал Мадхавапури Прабху недавно, мне Дхири ничего не грозит. Если полубоги, эти, как их называют, падки на наслаждение полубоги не привлеклись, то мне подавно ничего не грозит. Поэтому я могу посмотреть, если ничего со мной не будет. И он был очень рад тому, что Господь так легко и изящно, в такой изящной форме, показал Господу Шиве, как опасно для преданного поддаваться самомнению, думать. Мне это не грозит. Никто не сможет забрать меня или, как сказать, отвлечь меня от преданного служения. У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура был великий ученик, один из величайших учеников, который знал все шастры наизусть, который мог наперед угадывать, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура хотел сказать и что он хотел процитировать. Кому во сне открылись все его духовные сварупа. Сварупа Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура пришла ему во сне на Янамани Манджари. Он пришел к нему, потом спросил, это ваша сварупа, Гуру Махарадж сказал, да. Который написал все пранал-мантры, которые мы сейчас повторяем, вот, включая Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутали. Все пранал-мантры всем ачарьям нашей сампрадаи. И он был Найштика Брахмачари, безупречный знаток шастр, блестящий оратор. Знаток Сидданты. И он однажды заявил, как Господь Шива здесь, я заявляю во всеуслышание, майя не сможет забрать меня от служения лотосного стопа моего духовного учителя, не сможет увести меня. Я не буду продолжать. Но, опять же, они все великие вайшнавы, как здесь Шива Прабхупада пишет в комментарии. Даже если такие преданные сходят ради того, чтобы преподать урок нам, как здесь это делает Господь Шива, мы должны усвоить этот урок и не считать себя освобожденными, которые могут делать такие заявления, бросать такие вызовы или мнить себя стойким пред лицом любых соблазнов. Держаться за общение с преданными, строго соблюдать принципы духовной жизни, соблюдать вайшнавский этикет и молиться Кришне, как Шрила Прабхупада, давая наставление брахмачари, к странствующей группе Санкиртан, Рада Дамодара, к нему пришли брахмачари. Все были такие красивые,
светящиеся Шафрана Брахмачари, огромная группа их, пришла и Прабхупада давал им наставление. Там был один из, по-моему, Мадхава Махарадж был там, и он рассказывал эту историю. И я запомнил интонацию, с которой он пересказывал слова Шрила Прабхупады. Прабхупада давал им наставление о том, как оставаться брахмачари. И он сказал им следующее. Я постараюсь вас перевести, и на этом мы закончим. Он сказал, я по-английски вначале скажу, потом переведу. Он сказал, you preach and pray to Krishna. Вы проповедуете и молитесь Кришне. Одновременно нужно делать то и другое. Проповедовать, как будто вы как там лев на охоте, и молиться Кришне в чувстве полной зависимости от Него. Потому что никто не сможет нас защитить, кроме вайшнавов, Кришны и Святого Имени. В каких бы условиях жизни мы ни оказывались, и грихи таку, ваня таку, на таке джанджал. Любой ашрам, будь то это брахмачари, саньяси, ванапрастха и другие ашрамы, все они достойны прославления, если в них служат Кришне и вайшнавам. Все, большое спасибо, дорогие преданные. Был немножко не запланированный сегодня формат обсуждения. У меня было много чего запланировано, но до этого мы не дошли. Хотели прочитать удивительные качества Господа Шивы, пять его качеств, которыми отличается от всех живых существ. Это мы сделаем в следующий раз. Все, вопросов нет. Времени на вопросы тоже нет. Большое спасибо. Ну, у нас нет времени на вопросы. Вот. В Мадхавпуре пробовал уже. Потом в частном формате. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Гранта Радж Шримад Бхагаватам ки джай, Самавета Бхакта Вринда ки джай, Гаура Премананда.